Нижний Новгород простился с известным нижегородским журналистом Ириной Славиной. В Дом ученых, где состоялось прощание, с самого утра шли люди. Отдать дань памяти и уважения собрались не только нижегородцы. Коллеги и знакомые Ирины приезжали из других городов. Одним из первых пришел проститься губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщила близкая подруга Ирины, Ирина Яникеева. Я напомню, создатель и главный редактор нижегородского интернет-портала «Казапресс» сгорела заживо 2 октября у здания областного управления МВД. В обстоятельствах и причинах произошедшего сейчас разбираются следственные органы. Слова соболезнования накануне высказал и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что не располагает деталями происшествия и напомнил, что губернатор региона Глеб Никитин пообещал взять это дело под личный контроль. Что же касается церемонии прощания, то люди несли цветы и высказывали слова соболезнования на протяжении 4 часов. Ирине Славиной было 47 лет. У нее остались сын и дочь. Провожали трагически погибшего журналиста цветами и аплодисментами.